Я, как обычный гражданин, который не работает в структурах, которые запрещены, или там, против которых применены санкции Обамы или Евросоюза, то мне как-то спокойно. У меня нет денег ни в Вебе, ни в других банках, которые попали под санкции. А мне кажется, интереснее и обиднее нашему бизнес-сообществу и больно кусают только те санкции, которые касаются лично руководителей первых лиц компаний. Ну, пусть попробуют жить так, как живут миллионы людей в России, которые зависят от решений нашего руководства. Вот теперь они знали, что все им можно, а в любой другой момент они могут сбежать в тот же Лондон, получить какие-нибудь защиту юридическую, любую другую, натворив здесь дел. Теперь они знают, что они не смогут убежать, придется им творить хорошие дела. Поэтому Обаме спасибо.